В аварии в Кузнецком районе без пострадавших не обошлось. Накануне на первом километре автодороги Кузнецк-Чеберлей столкнулись две отечественные легковушки. Дорогу не поделили ВАЗ-14 модели и «Лада Приора». Первый управлял 38-летний мужчина, а за рулем второго автомобиля находился водитель 56 лет. Ему и одному из его пассажиров после столкновения потребовалась медицинская помощь. В результате данного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора», девочка 2012 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 и еще один пассажир автомобиля «Лада Приора» после оказания медицинской помощи были отпущены. Затем водитель ВАЗ-21-144 скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции задержали его на федеральной автодороге М5 «Урал» и доставили в медицинское учреждение, где было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. И, как выяснилось позже, такое случается не первый раз. В этом году мужчину штрафовали за пьяную езду. Сейчас принимается решение о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.